сначала поставили приготовленный нож, да? Крутили правое бедро. И здесь делаем себя, да? Себя втянуть, а не в стороне. Вот там, где оно было, прямо хоп, себя. И вот так вот. Да. И делаем полукруг. Далеко поставили, подтянули ногу на и разворачиваемся. Себя поставили. И развернулись. И раз, и два. Вот вы сделали движение, а корпус еще там остался. Вот он только потом перешел. Оп. Так. И так. И то же самое можно сначала делать с рук, а потом переходить. Раз, два, и раз, два, и сначала круг небольшой. Так, делаем. Ну, лучше не надо делать, а то кажется, да? Раз, два, три, поставим, да, перевели. И отсюда сразу. Раз, два, три, и раз, два, три. Делали вот скручивание отдельно, да? Вот. И раз. И два. Поставить на пятку. Вот для этого нужно на первом. Вот туда. Так. И раз. И два. Поставить. Простые все умеют, да? На прямых ногах, на присогнутых, с шагом, да? Если вы что делали, может. Делать теперь сложно, а потом еще с тряской. Левая нога на пятке, правая на полупальце, да? Откручиваем правое бедро назад. Колено не выходит. Выпрямляем правую ногу. Сзади выпрямляем, скручиваем. И прямой ногой переводим бедро вперед. А пятка осталась там. Прямая нога. Прямая нога. И вот так заканчиваем движение. Давайте круг сначала сделаем, не восьмерку. И вот опять исходное положение. Исходное положение. Опорная нога мягкая. Крутили. Нога, колено осталось там. Выпрямили сзади, перевели прямой ногой, вперед,
Смотрите, как волосы должны быть ухом к плечу вверх, да? Левым к плечу вверх. Раз и два.
чтобы не болтался, да, там очень быстрый мелкий шаг будет. Раз.